В Чебоксарах продолжают устранять последствия сильного снегопада, прошедшего минувшей ночью. Дорожные службы работают на улицах города в усиленном режиме. Были мобилизованы все имеющиеся ресурсы Дорекса. Максимально задействован парк спецтехники и людские силы. В ночь на понедельник спецтехника выполнила полный цикл снегоуборочных работ. Посыпку, очистку и подготовку к вывозу снега. Работы на городских дорогах продолжаются и сегодня, поэтому местами может быть затруднено движение. Временно исполняющий полномочия главы города Чебоксары Денис Пирин на совещании в столичной администрации призвал автолюбителей отнестись с пониманием к работе городских служб. Также он призвал коммунальщиков не расслабляться, учитывая, что начиная со среды нас ожидают сильные заморозки. Все коммунальные службы также повышены внимание на дороги, тротуары. Если где-то обрывы случились, но обрывов у нас не было от снегопада, да? Насколько я помню, предыдущий не проходил такую информацию. Повышенное внимание, впереди заморозки на этой неделе, достаточно сильные заморозки, поэтому убрать надо сегодня и сейчас, иначе мы встанем на гололед.